Train, и сегодня я еду в Кинешму. Из Москвы у меня вагон 5, СВ, место 2. Все, бежим в наш вагон. Так, у нас получается нумерация с головы. Уважаемые пассажиры, первый, да, начинается посадка. Значит, на скорый первый поезд номер 661, Москва, Кинешма. Отправление поезда в 20:30. С трех пути. Платформа номер 2. Нумерация вагонов начинается с головы поезда. Спасибо за внимание. Третий. Четвертый. И вон он наш. Или это какой? А, это ресторан. И значит, он же не считается. Так, это у нас какой? Четвертый? А, вот сейчас пятый наш был. Вон там уже проводник стоит. Здравствуйте. Здравствуйте, предъявите билет, пожалуйста. Вот. Так, сейчас мы проверим билет. Пойдем. Так, у вас место 2, купе 1. Желаем вам счастливого пути. Билеты сохраняем до конца поездки. Будет повторная проверка. Все, спасибо. Так. Это наш вагон, да? Он у нас построен 1989 года. Капитальный ремонт был 1997 года. Так, ну ладно, потом будем его обозревать. Это у нас купе 1, купе 2. У нас место было 2. Это наше купе. Кстати, со мной никто не едет. Купе очень просторное, без верхних полок. Но мне это очень нравится. О, мы отправляемся вот как раз. Короче, очень классное купе. Добрый вечер. А почему вы не в своем купе? Это второе купе. У вас второе место, купе 1. А-а-а, ой. А, вот. Так, повторная проверка билетов. Вот. Так. Все, спасибо, билеты остаются у меня. В конце поездки верну. Счастливого пути. А, важная информация, справочная. К вам подойдет сотрудник вагона-ресторана и предложит меню нашего поезда. Выберите себе подходящее. Вагон-ресторан вам идти поэтому не обязательно. Ну, ожидайте примерно, ну, минут через 5 он подойдет. Все, счастливого пути. Все, спасибо. Так, потом пойдем по поезду пройдемся, в принципе. В вагон посмотрим наш купе-проводника, попросим, чтобы нам дали посмотреть. Да и, в принципе, что, там уже будет конец. Здравствуйте, что желаете заказать? Мне, пожалуйста, один стейк свиной и борщ. Так, один свиной стейк. Один свиной стейк и борщ, правильно? Да. Все, держите, приятного вечера. Спасибо. Так, ну и пойдем сейчас обозревать вагон. Не-не-не-не-не-не-не. Так, что? Так. Кранчик, это понятно. О, столик. Можно? Да, можно. Посмотреть. Ой, этот, купе проводника. Можно? Да, конечно. Вот. Так, тут у нас вот такое вот купе со шторками проводника. Ну и сундук, в принципе. Стандартное. Места тоже много. Так, сходим в туалеты. Потом пройдемся по вагону, и все. А у нас купе все одинаковые, ну, одинаковые. В принципе, так всегда. О, вот тут есть у нас штабное купе для инвалидов, вот. Так, ну, в принципе, понятно. Мы в вагоне 5-м. Мусорка. Да, мусорка. Обычный туалет. Тут у нас такой. И получается...
штабную туалет. Так. А тут у нас что? А, все, конец. Так, получается, нам побежим, пройдемся по этому. По поезду. Так, тут проводник стоит. Так, бежим. Предлагайте нам идеи разные в комментариях. Повторяюсь еще раз. Во всех роликах буду говорить. Нам идеи не помешают. Так. Так, уже спать идем, а то уже ночь. Так. Мы даже не успели далеко уйти. Так, тут у нас пассажиры. Так, купе 1, место 2. Так, все, ну, спим. Так, все. Встали. У нас там уже он почти солнце взошло. Так, мы не прошли так по поезду. Надо идти. А то чё ж то мы? Просто так. О, в поезде. Надо все осматривать. Так. Ага. Ну, в туалетах мы были, тут мусорка. Так, тут купе какие? А, красные. Так, бежим. Это мы, получается, сейчас в четвертом. Бежим в третий. Так, тут у нас купе проводника. А этот вагон какого года построен? 2013 года. Ремонт был 2018. Нифига, у нас тут мусорки. Очень много едет для мусора. А, потому что это ресторан. Ну да, тут много будет ведерок. Так. У нас очень красивый ресторан вообще. Это самый красивый, наверное. Так, это у нас тут забирают заказы. Но мы пока что ничего не заказывали. Нам уже приходили, чтобы мы заказывали. Что нам ходить не надо было. Так, ну, мусорка. Принципе, уважаемые что? Пассажиры, расходимся по купе, скоро завтрак. Быстрее. Нам в вагон надо, сейчас завтрак принесу. Неожиданно как-то было. Можно было хотя бы за 5 минут предупредить. А то я вообще, я сейчас в ресторане, а это... Ну, у него нету номера. Но сейчас я, получается, буду в четвертом. А, ну мне недалеко идти. Так, все, почти пришли, там наш вагон. Ну, мне так кажется, по всему поезду мы сегодня не успеем пройтись. Так. О, все, наше. Купе 1. Ой, там уже... Сейчас скоро принесут. Так, все, я в своем купе, и надо теперь ждать. Сейчас уже нам скоро принесут. Здравствуйте. Желаете что-то сказать из вагона ресторана? Да, мне, пожалуйста, попить. Что? Спрайт. Хорошо. Что-то еще хотите заказать? Нет, все. Хорошо, скоро ваш заказ принесу. Уважаемые пассажиры, мы прибываем на конечную станцию. Здравствуйте. Здравствуйте, вот ваш заказ. Все, спасибо. Так, все, мы уже скоро будем прибывать. Объявили. Попьем.
И сейчас будем... Все, я пойду уже тогда к дверям. Так. О, прибыли, все. Ну да. Так, все, выходим. Оп, оп. Возвращаю ваш билет. Спасибо. Все, до свидания. До свидания. Сейчас сходим посмотреть до конца поезда и будем прощаться. Так. Опа. 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 Так, ладно. Это у нас какой вагон? Седьмой. Сколько у нас тут вагонов? Я просто не знаю. Сейчас посмотрим. Так, седьмой. Восьмой это у нас получается. Девятый. Нифига, тут много вагонов. Девятый. Там еще и десятый. Так. Надо быстрее бежать, а то у нас ролик намного затянется. О, это последний. Так. Подписывайтесь и ставьте лайки. Всем пока. С вами был канал Love Train. Уважаемые зрители нашего канала, мы благодарим вас за просмотр. Ставьте лайки и пишите комментарии. Нам будет очень приятно. Спасибо за внимание.